Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на игровом канале Стича, и мы сами продолжаем проходить мод на движке Half-Life 2 под названием Silent Hill Alchemilla. Просто серии мы сами нашли блюдца, применили их, но по какой-то причине мы сами умерли, и нам в этот раз пришлось это все переигрывать дело, поэтому сейчас опять применяем эти блюдца, идем в комнату напротив, это вот сюда, и забираем ключ управляющего. Так, вот такая комната, смотрите, с таким разрушенным потолком. И тут решетка, но сами не пройти. А сами не пустят, пока мы с вами не прочитаем вот эту вот бумажку на гвозде. Я не знаю, сколько дней тут провел, сюда не приходит солнечный свет. Эта комната проклята, она исчезает. Я заперт в этом маленьком коридоре. Пытаюсь проделать дыру в комнату Энди, но я так ослаб, и мне не хватает сил. Осталось совсем немного. Если я не успею, я тоже здесь исчезну. Вот так вот, дорогие друзья. Такая бумажоночка. Все. Это исчезло. Так, я, видимо, в ванну перешла. Избавляемся с вами от досок. И тут, в принципе, немного. Так, тут что-нибудь такое есть. А, ну привет. Чего необычное, как в Silent Hill? Это часы с нами поздоровались. Нормальное явление. Так, невозможно открыть. Невозможно открыть. Все, берем с вами ключ. Похоже на потерянный ключ управляющего. Так, эта книга, мы сами, кстати, читали, да? Белая Клаудия. Растет на озеро Толука. Рядом с озером Толука. Ну или на у берега. Вызывает галлюциногенные. Галлюцинации, вернее, так скажем. Поэтому ее кушать не рекомендуется. Так, выходим. Давайте запись еще раз сделаем. Так, все сделали мы сами сохранение. Теперь мы сами идем на первый этаж. Первый этаж. Где у нас сами жил управляющий. Вот, нам надо сами туда. Я думаю, что этот ключ, он является выходом из этого жилого дома. Сейчас мы с вами попробуем это сделать. Так, тут мы с вами вот жил управляющий. Так, а нам надо с вами вот в эти двери. Ключ подошел, отлично. Так, окей. Вышли мы сами на улицу. Сон Corporation 386. Это, по-видимому, название дома вот этого, что ли, трехэтажного. Может, это какая-то гостиница была. Так, охренеть можно. Фаны. Casual Fashion Science. 1987. Так, а куда идти-то? Кто скажет? Так, ничего не понял. Это что такое? А, есть сохранение даже у нас сами, смотрите. Просто замечательно. Так, игровые автоматы. Кто-то тут пил чай. Так, какой-то ключ. За стойкой я нашел ключ. Хм. Прикольно, давайте сохранимся. Сделали мы сами сохранение. Прикольно. Какой игровой автомат, а прикольный. С
Sun Corporation 386. Так, тут тупик. Хорошо, идем в эту сторону. Сейл, сейл, сейл. Продается. Прикольно, мозг. Кстати, кинотеатр Silent Hill. Тоже прикольная штука. Нам нужно с вами куда-то определяться, куда мы с вами дальше пойдем. Так, что тут такое? Тут какая-то дверь с замком. Может быть, этот ключ подойдет именно сюда? Стоп. Заперто. Ключ подошел. Хм. Интересно. Пока идем с вами, видимо, в правильном направлении. Так, общественная стоянка. Номер телефона. Да, смотри, какие маленькие домишки, да, двухэтажные дома. Интересно. Ну, конечно, тут смысла нету в таком городе строить там какие-то высотки. Тут и трех этажей вполне достаточно. Обычно маленький провинциальный городок. Кстати, граффити даже есть. Значит, все-таки тут есть жили какие-то люди, если тут есть граффити, как вы считаете? Сейчас что такое? Смотрите. Зеленый лев. Это у нас с вами как по сюжету. Вполне возможно, что тут будет какая-то вентиляция. Так, какая музыка тут играет суровая. Ну, кстати, помним это место. Я его хорошо запомнил. Кстати, мы в оригинальном Silent Hill, сейчас, который с вами прохождение идет, да, на канале, там мы, кстати, сами бегали. Карты, карты, карты подобрать нельзя. Там мы вот именно тоже заходили в эту дыру. Охренеть можно, какая музыка. Так, чувак. Охренеть. А что за звуки-то такие, а? Блять, мне уже не по себе становится. Извиняюсь за выражение, но... Это необходимая форма. Какая-то красная занавесочка. Так, отлично. Главное, что идем правильно. Манекены. Кстати, в Silent Hill тоже манекены были. Охренеть можно. Жесть. Дверь заклинила. Как глубока кроличья нора. Слушайте, я не могу ответить на этот вопрос. Я не знаю, сколько кролики делают. Закрыто с другой стороны. Замок сломан. Я не знаю, насколько глубоко кролики делают эту нору. Что за дурацкий вопрос. Так, манекен вроде стоит. О, фак. Блядь. Ты чё меня, сучка, пугаешь? Блядь. Сука, я не буду поворачиваться назад. Идите нахрен. Я пойду вперед. Как насколько глубока кроличья нора. Блять, чувак, а ты меня испугал. Фу, ладно, пошлите. Так, замок сломан. Закрыто с другой стороны. Sometimes the scariest thing to look at is yourself. Блять, чувак, ты прав, я сам испугался, когда на тебя посмотрел. Замок сломан. Всегда легче винить другого, чем себя.
Что за приколы, я не понимаю. Всегда легче забыть, чем вспомнить. О чем это все говорится? Кстати, этот манекен стоит сзади нас, нет? Нет, нету. Хорошо, заходим. Твою ж мать, а. Что это такое? Разобранный манекен на части. Прикольно. Хирургическая? Или что это такое? Так, ну тут ничего, кстати, сами взять нельзя, поэтому... Без понятия, что это вообще тут. Что за комната такая? Так, я надеюсь, тут скримеров больше не будет. Какие-то снимки. Снимки человека. Может быть, что тут показано? Какая-то длинная шея. О! Сучка, ты меня напугала. Я вообще боюсь всех этих скримеров, блядь. Особенно от этих манекенов. Мне почему-то Silent Hill на манекены вообще... Больше всего мне в Silent Hill не нравятся манекены. Я уже это говорил про прохождение в Silent Hill Downpour. Так, сука. Невозможно открыть. Ну, нахрен убираемся отсюда. Мне не нравится это место. I remember having a family. Все они погибли в автокатастрофе. They're all gone now. I was driving the car at the moment and... It's not my fault. I had a damn seizure while driving. All because of Dr. Kaufman's drug. He gave me the seizure. It's his fault. And his fault alone. Так, смотрите, кстати. Это у нас с вами новые подробности появляются, да? По-видимому, у этого человека семья погибла в автокатастрофе, и он этому виной считает. И он в этом виноват, так скажем. Так, назад выйдем. Я в эту дверь не пробовал заходить. Так, дверь заклинила. Да, семья у него попала в автокатастрофу. Все погибли. Вот так вот. Твою мать, морг. Морг. Почему в каждой... Может, что-нибудь откроется, нет? Да нет, смотрите, ничего не откроется. Вода, откуда капает вода? Хм. Мерзкое, мерзкое место. Так, оказались в этой комнате. Манекена уже, кстати, нет. Все наоборот. Комната перевертыш. Да, мне как-то не по себе. Офигеть. Дорогие друзья, не забывайте подписываться на канал, если вы еще этого не сделали, оставлять свои комментарии по поводу прохождения, ну и ставьте палец вверх. Такую игру, я вам скажу, в ночное время очень даже как-то, мягко говоря, страшновато играть. Ха. Нет, мы с вами прошли, слава богу. Почему весь мир перевернулся? Я не понимаю этого. Излюбленная тема, смотрите, это крючки. В Silent Hill крючки есть практически в каждой локации. Это неотъемлемая часть. Ух ты. Доктор Кауфман не должен жить. Что ты предлагаешь с ним сделать? Убить? Так, лесенка. Лезем, лезем куда-то наверх. А, ну... По-видимому, это с вами... Мы с вами вылезли с канализации. Так, какое-то ведро стоит. Так, а куда идти-то, вот в чем вопрос. Какого черта?
Это на самом деле альтернативный мир, я вам хочу сказать. Это определенно. Вот эти крючки, это все альтернативный мир. Тут бы не упасть бы, главное бы, а? Так, а сзади что? Сзади спокойно. Братец, назад даже неохота. Фух. Мэллоу Гейтс. Это что такое? Так, оказались, смотрите. А, это парковка, что ли? Ничего не понимаю. Гифт-шоп. Какой-то супермаркет, что ли? Мэллоу Гейтс. Сенил Агитейшн. Олд Фриман. Свободный старик, так скажем, переведем, да? Beverly Old Book Shop. Нам сами сюда, по-видимому. Потому что тут больше некуда идти, да и даже дверь приоткрыта. Книжный магазин. Всегда любил в детстве ходить в книжные магазины, но... Is there someone? Anyone that can help me? Блядь, чувак, я не знаю, кто тут есть или нет. Но, судя по всему, тут вообще никого нету. Так, мужская и женская душа в одном теле находится в состоянии постоянного противоборства. Они ограничивают друг друга. Если одно начало доминирует, то возникает недостаток другого. И наоборот, в книге Сувэнь написано, что инь борется внутри, а ян вызывает волнение снаружи. Так как инь ведает внутренней средой, то ян внешним проявлением. Когда инь и ян противоборствуют друг с другом, вверху и внизу, то возникает явление пустоты и заполнение, при этом инь и ян сменяют друг друга. Инь и ян никогда не находятся в покое, они постоянно дополняют и изменяют друг друга. Если ян наступает, то увеличивается инь, а если отступает инь, то происходит увеличение янь. Концепция инь-ян предполагает рассмотрение любого явления в единстве того, что сейчас называют интегративным подходом. Охренеть можно. Кошак, вот эта фотка, ты посмотри, а. Мастер и Маргарита. Алиса в стране чудес. Какой магазинчик, а. Интересно. Тут ничего такого нету, кстати. Различные журналы. Касса закрыта. Лифт. Так, это выход, кстати. Супермаркет. Тоже выход, смотрите. Везде выходы. Замок сломан, не могу открыть эту дверь. Окей. Замок сломан, только для обслуживающего персонала написано на двери. Замок сломан. Лифт. Ничего не происходит, кажется, лифт обесточен. Так, ну мы знаем с вами стандартную процедуру, да? Это спустись в подвал. Включи лифт, и будет тебе счастье. Так. Твою мать, это что такое? Охренеть можно. Ладно, с вами сделаем сохранение, дорогие друзья. Я явно что-то забыл, никак не могу вспомнить. Замок сломан, я не могу открыть эту дверь. Ну, нам лучше. Пойдемте сами тогда на второй этаж. Кстати, мы с какого сами... Твою мать, а? Опять эти манекены. Кстати, попка у нее ничего такая. Комплиментик я скажу ей. Второй этаж. Твою мать, а. Сука, отстань от меня. Ювелирка. Ювелирный магазин или нет? Музыкальная шкатулка, похоже, она сломана.
Так, давайте запомним, что на втором этаже у нас там есть какая-то музыкальная шкатулка, которая сломана. Офигеть можно. Тут достаточно много ходов. Хм. Мы с вами можем уйти куда-нибудь и потом запаримся тут с вами возвращаться. Ладно, про музыкальную шкатулку мы с вами запомним. Кстати, вот этот кран. Ничего сделать нельзя. Да нет. Заперто. Какой, смотри, кодовый замок. Вот из двери электронный замок. Ничего не происходит. Кажется, лифт обесточен. Хорошо, 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 хорошо. Ладно, пойдем с вами тогда сюда. Нам в любом случае надо как-то открыть этот электронный замок будет. Потом будем искать загадку или разгадку к ней. Блять, сколько тут манекенов. Блять, магазин заброшен. Опа. Смотри, заячьи ушки. Плакат с заячьими ушками. Прикольно. Кстати, вниз еще есть вход. Хм. Не, ну сначала мы тут все проверим. Так, это все закрыто. Хозяйство. Да, блядь, не пугайте меня, суки. Просто пыльная витрина. Это чисто скримеры, знаете, дорогие друзья. Хэппи бургер, счастливый бургер. Скушай бургер и будете без счастья. Вот такой, наверное, лозунг у этой фирмы. Хорошо, посмотрим, что тут есть. Касса, касса. Да ничего тут такого нету. Что? Главное что-нибудь не пропустить. Кухня. Ха. Охренеть, кровище. Этот город явно небезопасен. Чувак, ну ты это должен был такой вывод давно сделать. Так, смотрите. Какое-то уравнение. 2 плюс 2. Давайте попробуем ее решить. Где у меня ручка с карандашом? Вот смотрите. 2 плюс 2 это будет 4. Ой. 2 минус 2 это будет 0. 2 поделить на 2, это что будет 1, и 2 умножить на 2, это будет 4. 40-14, что ли, или нет? Ну, пока как-то вот так вот запишем это. Вполне возможно, что это и правильно. Теперь открыто. А, кодовый замок. Кстати, мы можем попробовать. Но по логике это должно быть так. Ладно, мы попробуем. Если нет, то нет. Давайте. Так, не то. 40-14. Ничего не происходит. 40-14. Нет, ничего не происходит. Давайте еще раз. Нет, дорогие друзья, это не то. Давайте тогда на этом предлагаю завершить прохождение этой серии. Я надеюсь, вам понравилось. Поэтому, дорогие друзья, в следующей серии попытаемся с вами все-таки этот замок электронный открыть. Поэтому подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, ну и ставьте палец вверх. Вам большое спасибо за внимание, за то, что смотрите. Ну и с вами был Стич. Всем до новых встреч. Пока.